Мальчишки, девчонки, посмотрите. Я сижу на стуле, на краешке, а за мной Леушка лежит, полотенчиком закрыт, мерзляка. Маленький такой, сладенький. Золотой мальчишка, золотой. Самый красивый Леушка. А мама тут на краешке сидит, на комментарии отвечает под видео. Дорогие мои, я просто, мальчишки и девчонки, должна вам это показать. Сегодня четверг, как Володюшка говорит, рыбный день. Посмотрите, он заехал в русский магазин. Вы посмотрите, какой карп. Сегодня я его запеку. Красавец, вкуснейший. Ой, вообще. Ну и дальше у нас что? У нас свежая говядина для Леушки и куриная печень. Так что что-то сегодня Леушка будет кушать на ужин. Дедушка купил вот такие вот мини-пельмешки с говядиной и со свининой. Вот такая вот маленькая покупочка. Хотелось просто поделиться с вами радостью. Ну, рыбка, рыбка. Солнышко, всем привет. Физкульт, привет. Погода у нас стоит хорошая, солнечная. И Володюшка подстригает девичий виноград, или здесь называют дикий виноград, девичий виноград. Из бочки вылили воду, потому что вода уже больше не нужна. И если вдруг будут заморозки, чтобы, конечно, бочка не треснула и не лопнула. Хочу показать, у нас же Леушка помогает папе. Без него же никак не справиться. Вот. Папу надо же полюбить, все тут посмотреть. Вот так вот покусать немножечко. Перчатки, скажи, я папу тоже люблю, так же, как и носки. Перчатки. Конечно, тихонечко у него забираем, чтобы его зубки не повредить. Ой, солнце светит, солнце светит. Это теперь у нас вытекает вода под магнолию из той бочки, которая у нас стоит сзади дома. Шланги тут папа разложил. Ну, в общем, вот так это выглядит. Эта работа будет выполнена. И вторая бочка тоже будет освобождена от воды. Все вытечет под магнолию. И все прекрасно. Ну, мы каждый год подстригаем. Вот такие вот дела. Шиповник папа тоже подстриг. А я пошла в дом. У меня тоже свои дела. Ну, а Лео надо, конечно, там, наверное, водичку попить. В дома, потому что ему не дают. Мальчишка маленький. Тут с папой на свежем воздухе. Ноябрь месяц. И такая шикарная погода. Вот такую вот чашку шиповника Вовочка нарезал. Ну что ж, подсушим и будем добавлять в чай. Мы сейчас зашли к Эльвире, а наш Леушка остался за воротами и будет ждать. Это что надо, Вовочка, здесь сделать? Это нужно переставить с летнего режима на зимний режим. Зимний режим, чтобы вода поступала не в бочки, а вытекала в трубу. Все. Теперь вода будет вытекать в трубу, в эту большую, а не в бочки. Ну все, в этих бочках уже воды и нет. Вытечет это последнее, и все. Мы здесь потом заметем и уберем. Идем мы, идем.
каждый год делаем. И Эльвира сказала, что больше она эти бочки не будет наполнять водой. Ей тяжело носить отсюда, поливать. Поэтому бочки освобождаются последний раз. Вода с трубы будет уже течь туда на траву. Ну вот, вот эти две бочки сейчас Володюшка должен освободить от воды, перевернуть, и работа будет сделана. Ребята, посмотрите, какой красавец разлегся у меня тут в раковине. Это я его купаю. Голову я сейчас отрежу. Она пойдет на уху. А это в фолию. И запеку в духовке. Здоровый такой. Получается почти 2 килограмма. Карпик. Карп готов. Запах, ребята, стоит на кухне обалденный, потому что я очень люблю рыбу. Я с краешку попробовала, он готов. И я сейчас фолию сверху убрала, потому что он был в фолии. И поставлю еще на несколько минут, посмотрю, чтобы он немножечко подрумянился. Ничего я не делала, просто посолила. Так мне нравится. Левушка, наверное, тоже у нас рыбки хочет. А хотя карпа он кушает. Ну что, ставлю еще на несколько минут. Карп готов. Духовка у меня разогрета, поэтому картошка будет очень быстро готова. И свиное мясо с перчиком. Ну, прошло 12 минут, и я перевернула мясо. Так что теперь поставлю еще на 10 минут. А тем временем сбегаю и заберу белье из сушилки. Все надо успевать. А это я сделала для нашего сына, для Иванушки. Он любит. Это копченая шинка. Я ее нарываю кусочками. Она продается тонкими кусочками. И чипс. Он берет чипс, сверху кладет шинка. И получается вкусный хрустящий бутерброд. Мои хорошие, кушать готово. Я могу своих мужчин приглашать к столу. Мне только нужно все достать из печки и накрыть.